Сегодня у меня подборочка с соседями из Спанч Боба. Это хоррор-игры и также новые обновления. В этих играх вышло крупное обновление, поэтому присаживайтесь поудобней. Это 7 игр, и в этот ролик попали вот эти ребята. Если вы напишите крутой комментарий и поставите лайк, возможно, вы попадете на мой ролик. Давайте, пишите комментарии, и вы сможете найти свой канал. У меня под комментариями. Пишите прямо сейчас. И вы, возможно, попадете на мой ролик. Прямо сейчас поставьте лайк и пиши крутой комментарий. Мы начинаем. Первая игра Спанч Боб Нейбор. Эта игра знаменитая на моем канале. И, в принципе, она очень крутая. Давайте посмотрим, как тут вышло обновление. Вау! Говорят, что тут добавили новые какие-то бургеры, новые ловушки. Сейчас мы это все глянем. Мы находимся, смотрите, где. Я не знаю, изменилось или нет, но похоже, как будто да. Графика поменялась, кстати. Новые какие-то предметы, смотрите, это что такое? Жесть! Это порезанная груша? Это яблоко? Реально тут новые дома, что? А ну-ка, а я могу зайти к себе домой посмотреть, есть ли у меня второй этаж? Как будто нет, да? Не, второго этажа нет. Но сверху действительно порезанная груша. Вау. Это прикольно. Ладно, уже новые предметы так мы видим, да, дома. Давай попробуем зайти сейчас сюда, внутрь. Так. Здравствуйте, есть кто? Так, денежки, кстати, заберем. По-любому нам надо забирать их. Так, и мы заходим прям внутрь. Что у нас тут? Ну, дом не изменился. А вот сами соседи сейчас посмотрим. Я предлагаю зайти сюда, сюда. Вау! Ну, пока что никого не вижу. Пока что никого не вижу, давайте зайдем внутрь. Есть кто? Спанч Боба не видно. Должен быть Спанч Боб, но его пока нет. Странно, да? Я хочу забраться наверх. Кажется, сверху он где-то ходит. Кстати, с этими А, вот он, Спанчик, смотри. Жесть! И что же тут изменилось у него? Добавили какие-нибудь новые предметы или нет? Так, только пока денежки вижу. Вау, смотри! Спанчик! Пердун! Валим, валим, валим! Спрячься! Еее! Вот это да! Окей, первая игра мы узнали. Вторая игра — это у нас Гренни Спанч, ребята! Гренни Спанч, вы играли когда-нибудь? Гренни Спанч Боба. Мне писали много в комментариях, когда ты вернешь старый контент с озвучкой. А вот, ребят, напишите комментарий прямо сейчас, хотите ли вы старый контент с озвучкой. Главное меню мне уже нравится. Давай начнем. Кстати, это новая версия нового мода. Сейчас давайте даже мы посмотрим, да, что за эта версия, и глянем. Что? GTA 5? Что делает GTA 5 сверху? Стены Спанч Боба Гренни. Ну, это смешно. Ладно, тут что у нас? Five Days. Давай выйдем. Вау. Как давно я не заходил в Гренишку. Вот это жесть. Действительно, это легенда игра. А вот и бабуля. А, чуметь. Бабка-то реально стала Спанчиком. Бабка, с тобой все окей? Жесть. Ну и да уж, что я могу сказать? Бабка стрёмная, бабка стрёмная. Я предлагаю выйти на улицу, посмотреть, что там на улице. Кстати, дом так-то сильно не изменился. Улица тоже, улица тоже. Улица все так же. Так, бабка сюда идет. Я предлагаю ее сейчас троллить. Ну-ка, бабулита, хе-хе-хей. Ее не видно. Бабка, до свидания. Тут есть у нас такой вот, получается, канализационный люк. Мы можем пройти сюда. А ну-ка. Посмотрите. Тут ничего не изменилось, да, и в целом. Это прикол, это прикол. Бабулита ничего не изменила абсолютно. Так, получается, она ничего не добавила? Кроме своих, как бы, этих, на стене штук. О, красное какое-то пятно. Жесть, на белом фоне. Не, прикольно. То есть, действительно, добавили Спанчика просто.
Кстати, тут кнопка как будто... А, ну все правильно, она тут. А вот и Тедди. Давай Тедди посмотрим. Бабуля, я взял Тедди в руки. Давай глянем, как она сейчас нападет на нас. Смотри, какая папка бешеная. Жесть. Она бежит за нами. Так, ладно. Я предлагаю зайти сюда. Бабуля. Ошалеть. Вот так вот выглядит, смотри. На, держи своего мишку, окей. Не буду я его трогать. Следующая игра. Sponge Hospital. Let's go. Реально вышло обновление? Ты серьезно? Как затронуло обновление в этой игре? Прям 14-13 апреля вышло и обновление в этих играх. Я не знаю, что тут добавилось. Ну, кстати, графика как будто улучшилась, или мне так кажется. Ага, ловить медуз. О, я чуть не пропустил. Записочки надо находить, надо брать их. С записочками мы можем пройти следующий уровень. На следующий уровень, точнее. Это что такое? Здрасте, подняться не могу. Так, поднимайся, давай, не дури. Что со мной? Я летаю? О, Сквидвард, смотри. Стрёмный Сквидвард. Он идет сюда. Надо быть осторожным, надо быть осторожным. Так, мы тут ходим. Вот это да. Ну, кстати, я еще и пока не нашел. Пока не нашел ни одну записочку. Ну, только одну нашел, а остальные еще пока нет. О, вижу. Эти записки надо находить обязательно. И их брать. Не пропускайте их. Без них вы ничего не сможете сделать, к сожалению. Так. Опа, смотрите, вдвоем прям. Бегут на меня, смотрите. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоп, мы пропустили их. И валим вот сюда. Вот это да. Hospital Спанч Бобов. Это реально интересно на самом деле. Потому что они тут реально зажили, уже живут вместе. Что они тут делают в этом хоспитале? Ходят просто, да? Бродят. Ну ладно. Понятненько. Так. Еще две нам, да, получается, записки надо? Вот она. Ловить медуз. Я пока их не вижу. Ну и не надо, в принципе. Мне их не обязательно видеть, да? Опа! Я нашел все записки. Мы прошли один уровень, отлично. Патрик Стар. Я вот не знаю, тут вышло обновление или нет. Ну, я как и увидел Патрик Стара, я решил сразу ее тоже добавить. Поехали, второй уровень, мы на втором уровне. Let's go. Игра про Патрика. Сейчас глянем. Ну-ка, давай зайдем внутрь. Я могу зайти отсюда прям, да? Конечно, могу. Патрико, здорово. Он где-то сверху, он где-то сверху. Это его дом такой интересный, смотри. Так, давай зайдем сюда. Заберем наш гидрантик. Точнее, гидрантик надо открутить. А это у нас странный какой-то ключ. Ладно, мы спускаемся. Все, нападать, нападать, нападать! Он напал на нас. Нет, 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 Патрикос, успокойся. Но он не должен догнать нас, потому что мы быстрее на самом деле. Так, мы должны раскрутить что-то сзади, наверное, да, сзади дома. Да, по-любому. Вот оно что. Ну что, Патрик, как тебе такое, а? И слови меня. Ну я прошел, я должен пройти. Нет, я должен был пройти. Почему так долго проходится? Жесть, ладно. Планктон. Вы знаете планктона, ребята? Я вот знаю планктон. Он из Спанч Боба такой маленький шкит. И у него есть отдельная игра. Давайте посмотрим даже, да? Смотрите, let's go. Тут, говорят, тоже вышло обновление. В каждой игре вышло крупное обновление, пофиксили баги.
добавили там новые какие-то штуки. Вот сюда тоже добавили обновление. Сейчас мы это глянем. Вот столько тут много этих есть монстров, которых мы должны пройти. Кто из этих всех страшнее всех? Так, обновление смотрим. Нет, дома не изменились. Дома такие же, кажется. В бакет зайдем, Виктор. Я помню, я проходил прям до того уровня, когда все монстры были в одном доме. Я помню, я помню, что я проходил. Так, здравствуйте. Не знаю, бургеры новые добавили тут? Без понятия. Так, я предлагаю пройти. Нам надо открывать дверь, я неправильно нажимаю. Планктон? Смотрите, он изменился или нет? На тебе! Держи по башке. И раз. Все, должен потерять меня. Должен потерять. До свидания. Увидели? Хотел меня обмануть. Меня в таких играх не обманешь. Так. Замечательно. Так, а все, зайдем? Ну-ка. Тут ничего. Нам нужен ключ в security room. Только где его найти, блин? То он везде ходит, это планктонище. Кстати, он пока что один. Пока что его друзей нет вокруг. Это хорошо. У нас есть шанс, на самом деле, добыть ключ себе. Пока не могу найти. Возможно, в этой комнате? Тут вот комната есть такая. Не знаю, в чем обновление? Я не заметил. Ребят, вы заметили? Если да, напишите комментарии. Пока что в чем обновление, я не заметил. Давай зайдем сюда. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Тут никого. А есть что-нибудь тут? Блин, тоже никого нет, да, смотри? Ладно, давай сюда дальше зайдем. Я вообще уже в бедре какие-то зашел, а же далекие. Давай сюда зайдем. А, подстава! Вот это подстава была! Блин. Из этих всех монстров самый страшный это планктон, да, кажется? Смотрите на него, какой он стрёмный. Ну и, знаете, вот эта рыба тоже такой улыбается еще стрёмно. Остальные такие себе. Красные даже не страшны, на самом деле. Ладно. Следующая игра Neighbor Sponge. Последние две игры тоже вышли обновлением 14-13 апреля. Говорят, что вышло обновление. Не знаю, сейчас посмотрим. В кавычках, кажется, вышло. Так, мы зашли. Мы сейчас у себя дома. Дом у нас изменился. Блин, дом классный, да? Я бы хотел вот тут жить. Он прикольный. Так, мы вышли. Опа, это что за ферма, смотри-ка. А эту ферму я не помню, кстати говоря. Не помню. Интересно, ангарчик, туалет даже есть. Смотри, а дальше пройти не могу, зараза. Да, не дают. Ладно. Ну, хоть дали возможность, знаешь, посмотреть. Там тоже, смотрите, трактор какой-то. Жесть. Вообще круто было бы, да, если в трактор сесть можно было. Но, к сожалению, кажется, пройти туда дальше нельзя. А, мы можем посмотреть трактор, смотри. Вау. Там дальше уже не пройдешь, да? Или нет, пройдешь. Ух ты. Смотри, пугало есть даже. До такой степени заморочились разрабы. Вот это обновление? Но если это обновление, то это круто. Добавили пугалу. Тут лопата валяется. Я могу пройти там не дальше не, этого дома? Конечно могу. Ну-ка, подожди. Это что такое? Здрасте. Так, дальше пройти, к сожалению, нельзя. Там уже пропасть. Прикольно. Добавили к спанчику такие вот классные локации. С новыми домами. Предлагаю пойти туда. Еще закат классный. Ну, закат был, да, закат был вроде. Небо не поменяли. Вот у меня еще один странный дом. Вот в таком домике я пожил бы, на самом деле. И тут, кстати, не изменили вот этот баг. Помните? Комната какая-то странная. И все видно под ней. Вот это да. Ладно, давай зайдем в дом. Посмотрим, как там поживает спанчик. Это что такое? Здрасте. Не понял. Почему? Ананас странно стоит. Очень странно. Ладно, давай зайдем внутрь. Нет, это баг какой-то, кажется. Так, проходим. Здравствуйте. Bring chair
One green chair. Так, хорошо, давай. Давай, давай, давай. Мы украдем наш стульчик, который он украл у нас, из нашего дома. Совсем узурел спанчик, да? Вот же, блин. И мы должны принести его к нам домой. Это вот так работает концепция этой игры. Так, давай принесем. Опа! До свидания. Подожди. Там было чер написано? Что было написано? Подожди, стульчик? Чер это не стульчик же, да? Или я что-то путаю, я не знаю. Я перепутал, кажется. Нам другое что-то надо. Вот же, блин. А спанчик-то сейчас заметит нас за то, что мы не угадали слово. Так, спанчик, ты же не будешь ловить нас, да? Вот этот стул, да ёпрсете. Ну да, он зеленый, кстати. Он зеленый и не похож на других. Ну ладно, ничего, забрал один стул еще. Вот это да, вот это да. Ну-ка, я сейчас отнесу. Пока не видно нашего спанчика этого. Так. Подожди, подожди, ты давай не дури. Давай заходи в дом. Вот, все, отлично. Это зеленый стул надо было. Все, я правильно нес. Просто я взял другой стул, согласны? Давайте посмотрим второй этаж вообще. Ну-ка. Вау. Тут палас валяется. Прикольно у меня на втором этаже, да? Ух ты. Я на самом деле не был никогда. Ванна есть еще, вау. Ну, такие вот миниатюрные маленькие столики какие-то валяются. Странные, конечно, очень странные. Но игра мне интересна, прикольная. Последняя игра Sponge Neighbor. Это классика. Это классика, которую мы играли очень давно. Вот она классика, вот она. Хардкор классика. Так, мы находимся в этом хоспитале снова. Но он уже немножко светлее, чем тот. И тут управление лучше. Это круто. Это круто, что есть возможность. Кстати, нам надо собирать вот эти вот штуки, да. Давай, бургер возьми, хамбургер. Это круто, что есть возможность видеть все. А то там в темноте не очень было. Так, я предлагаю забрать ключ и пойти туда открыть дверь. Замечательно. Проходим на изи пока. Открыли. Зайти могу? Конечно. Давай заберем. Мячик тоже можем взять, знаешь, да? То есть с мячиком мы можем пуляться. Обнова вышла тут или нет? Пока не вижу. Но ощущение, как будто графика меняется в играх. Так. Давай в тубзик зайдем, посмотрим, есть что. Нет, пока не нашел. Здравствуйте, спанчик, вы тут? Всеми уважаемый спанчик. Во. Замечательно. Прошли. Да? Да, прошли. Не, прикольно, прикольные игры, прикольные. Вышли обновы. В общем-то, класс. Мне понравилось. Ребята, какая игра вам больше всего залетела? Пишите комментарии. С вами был я, Игорь Кудор. Всем удачи, всем здрасте, спасибо, всем хорошо. Делайте добро. Не надо злобиться, наверное, спасибо. Всем пока-пока-пока.